Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и мы продолжаем прохождение Паразитки Евы Первой на первой PlayStation 4 Duck Station. Итак, нам с вами, наверное, надо, может быть, куда-нибудь в Чайнатаун. Посмотри, какие текстуры, а, какие шестигранные классные текстуры просто вокруг. Так, Чайнатаун, Сохо, склад у нас с тобой какой-то есть. Поехали на склад. Какой-то, по-моему, больше так, на какую-то свалку больше похоже. Офицер Брея. О, собачка все-таки есть. Смотри, новую собачку завели. Гав-гав, привет. Ева находится здесь. Может, унесем отсюда ноги, а? Мне тут срочно позвонили. Ты собираешься проверить склад? Конечно, ну а что? В одиночку придется идти. А он, видишь, как обдрыстался. Эль, давай, пошли отсюда, быстрее. Конечно, они обдрыстались. Давайте, ребята, бегите. А что им еще остается делать? Что они все равно ничего не сделают. ППК. Пёст какой-то у нас с тобой написано. Что-то такое нам с тобой дали. 47 дамаг, 49 расстояние и патрон всего лишь 12. Тут дается нам с тобой 5 выстрелов сделать. Пёст какой-то. Не знаю, что такое пёст. Ну, типа, как бы первым будем с тобой атаковать. Что у нас с тобой есть какая-то тень, еще одна подозрительная. А, еще один ящик. Еще один ключ нам с тобой дали. Ну, ладно. Так, ну, погнали. Ева была обнаружена здесь, но все еще с собой остается. Только зайти на склад и проверить и навести свои порядки. Так, здесь никого нету. SM Protector. Давай посмотрим, что за SM Protector такой. О! 37 защиты у нас с тобой получается. По энергии 38. У нас с тобой даже еще один слот есть дополнительный. По энергии 48. И прочность у нас с тобой даже 31. Смотри, даже больше и выше. Так, у нас с тобой какие-то лесенки чудесенки предлагаются. Идем дальше, ладно. Пока ж никого не видать. Все куда-то посбегали. По-моему, не склад какая-то, помойка. На склад не особо похоже. Серьезно? Какие-то мышки? А че, а почему... О, смотри, друг на дружку, короче, напали. Короче, одна крыса другую прогнала. А че у нее какие-то камыши вместо хвостов? Или как это правильно называется? Рогоз. Насколько помню, по-моему, рогоз называется правильно, да? На, хорош. Мимо. 5 выстрелов. На, хорош. Что-то как это вообще живучая крысятина. Ну-ка, на, хорош. Все. Ты куда вокруг меня-то хоровод водишь? Я же тебе не елочка, в конце-то концов. Батюшки мои. Сколько она продамажила? 80 с лишним? Вы серьезно? Ты прикинь, ты видел, сколько она вообще продамажила-то мне, нет? А я видал. Мне это не особо нравится, тебе скажу. Так, может быть, поменяем оружие-то, нет? А, у нее всего лишь-то 43 было. Поэтому даже больше получается, она даже больше бьет. Ладно. Окей, значит придется стрелять с пистолета. Так. Держись меня дальше, что-то все заплевали, захаркали. Какие-то здесь газонокосилки стоят красные. У нас с тобой дверца. Ну и как открыта дверь, алло. Во, здорово. Так, ага. Ну как всегда, чем мы нам ожидать? Куда мышцы эту прогнали с камышами, алло, вместо хвостов? Какие-то пауки зеленые пошли, желтые. Ну-ка, сейчас мы тебя забубеним. У нас 100 патронов всего лишь осталось. Тебе говоря, мы с тобой все и стреляли. Давай, мне 2 завязаем. Все, восстановились чутка. Баба, ты опять замедляешься. Что-то как-то слишком многовато, да может, по 93 не многовато ли, ребята? Нет, вам не кажется? А мы вообще... трешку продамажили. Так, 280. Как раз прям идеально. Оп, хорош. Смотри, светлячки полетели. Так, аккуратненько. Пробегаем мимо. Обходим с фланга. Ну вы что, серьезно? Ну, ребят, ну что это за дрифтинг? По 3 урона. По 3 единицы урона. Вы серьезно вообще? Они по 93 бьют. Ну, подруга, ну в конце-то концов, что такая косая? Давай, стреляем. На! Жесть какая-то. Как мне биться-то с ними вообще, с этими врагами народа?
Почему я вообще попробовал санэпидемстанции в этой игре? Ну класс. Две аптечки еще просто всрали. Ну, ну так же нельзя, в конце концов. Ну, ребят, ну будьте вы людьми-то. Я, конечно, понимаю, что вы пауки, но тоже будьте людьми. А, мимо, класс. 11 хп осталось. Вообще круть. А, у нас с тобой еще, походу, и аптечек нету, разумеется. Вообще класс. Просто круть. Без аптечек и без ПЕ-энергии. Как говорится, новый день, говно все тоже. Давай. Неужели уничтожили? На! Выкуси. Паучье отродье. Так. На мед 2 мне ничего не хватит. Нам придется, значит, с ним так бороться. Бегать. Восстанавливать свое ХП. Иначе мы с тобой не подхилимся и все. Ничего в этой жизни уже не сумеем сделать. Надо поменять оружие, наверное, лучше. Если... А почему называется, кстати говоря, пистолет ППК? Ну, типа как сокращенно Папа Карло, что ли? Ну да, но тут и понятно, что кто-то его явно с деревянной головушкой делал. Судя по урону. Давай микро-оя возьмем хотя бы. Что иначе мы с тобой здесь точно не справимся. Так. Мед 2 у нас того полностью заберет нашу энергию. Но на мед 3 у нас того просто не хватит энергии. Вообще, смотри, не восстанавливается практически. Че, у него все, паутина закончилась, что ли? На, хорош! Вот это другое дело. 60 патронов с тобой дали. Ну, конечно, сколько мы израсходовали. Засудовали, по-моему, гораздо больше. Мне придется сохраняться здесь. Все, сохранили состояние. Открываем дверку. Но чувствуется, что дальше будет только жестче. Будет вообще полнейшая жесть. А у нас с тобой смартфон дают. Телефон, чтобы позвонить. Так, у нас с тобой по энергии что-то вообще как-то маловато, нет? Протектор. Ты чё, протектор? Протектор это, по-моему, на шинах вообще называется, правильно? Протектор. Ракета какая-то. Какая-то ракета непонятная. Чё за ракета, не ясно. Но какой-то снаряд у нас с тобой. Так, давай, побежали давай к телефону. Поближе, так, у нас с тобой ящик наверху. Ну-ка, хорош. Баба забралась. Забираем ящик. Атак плюс 2. Опа, хорош. Спрыгнули обратно. Конечно, сохранить. А что же мы с тобой? Зря столько пути, что ли, проделывали. Красным цветом у нас тобой что-то моргает телефон. Непонятно почему, походу, не... Кто-то не оплатил наш с тобой энергию. Не оплатил тариф. В смысле закрыто? Ты ничего не попутал? И как мне тогда быть? Мне же надо как-то туда попасть. А где ключ-то взять? Алло? Никто не расскажет, нет? Может, нам туда надо было вообще, за эту дверь? За красную? Ну, как бы... И чё я тогда сюда приехал, если там закрыто? Может, мы с тобой случайно ключ выложили какой-то, а? От склада, например. Хотя мы где его могли найти, непонятно тоже. Крыса куда-то от нас сбежала. Ага, ну здрасте, приехали. Приятно познакомиться. Ага. Все как всегда, впрочем-то ничего нового. Мимо! Хорош! Давай, перезарядка, баба. А, ну класс вообще, спасибо. Ребята, на мед 3 у нас с тобой не хватит энергии. Она немножко прибавится, становится. А, мы с тобой отъехали. Но нас с тобой возвращают к жизни. Прилетели светлячки. А, у нас с тобой еще и по энергию забрали. Спасибо. На, крыса. Слушай, я не знаю, что мы делаем на этом складе, но он какой-то... Мне очень, на самом деле, склад просто
не по душе, потому что дамажит меня просто здесь люто. Драконит. Сейчас у нас с тобой еще немножко по энергии восстановится. Да хорош ты уже носиться-то, стрекоза. Хорош. Четко. Мы с тобой, короче, просто две экстры просрали, 160 кп нас с тобой восстановили. Я подозреваю, что живыми нам отсюда с тобой выйти не дадут, скорее всего. Он вроде как промахнулся. Есть еще надежда. Класс. А у нас, по-моему, всего лишь 2 экстра оставалось, да? Нет, у нас с тобой 3 экстра было, и все. Больше мы с тобой не сможем восстановиться. Что это наш последний шанс, ребята. Что-то как-то слишком люто, мне это очень не нравится. Класс. Все. Баба умерла. Гамовер. И вот тебе говорят после этого, что игру полностью перевели на русский язык. Ага, молодцы. Все понятно. Кстати говоря, вроде как получше дамажит... Вот это у нас с тобой винтовка по 18 с крита бьет. Но все равно, ребят, какая-то жесть полнейшая просто. Нате, пендали. Я не знаю. Но это какая-то жесть. Я даже теперь с этого склада вонючего сбежать не могу, по сути. Ну, сейчас посмотрим, как пойдет. Мед 3 давай заюзаем. Хорош. Погоди. Да хорош, ты в конце-то концов. Вы что-то надо мной прикалываетесь, что ли? Я даже от них увернуться, видишь, получается, что не могу нормально. Достали уже просто. Собаки злючие. На! Все, хорош. Хотя бы одним меньше. Уже радует. Следующий. И патроны еще, кстати говоря, кончаются. По 27 тоже нормально урона. Не, ну он, конечно, все равно сильнее меня дамажит. Причем намного, я так скажу, сильнее. Мед 2. Куда ты? Отвалите вы от меня. Достали уже. Пауки какие-то. Спрайты перепили, видишь? Или 7-апа, я не знаю. И... Совсем у них... Все не в порядке с головой. Может, хотя бы мед 1 завязаем тогда уж. Иначе вообще... Хотя он сейчас меня все равно продамажит. Надо было на мед 2 лучше накопить просто. Там какие-то, может, это даже не пауки, а какие-то клещи, не знаю. Еще мед 1 заюзаем. Ну, хотя бы так. Нам нужно держаться просто с другого краю от него. Ну-ка, последний давай. Бах! 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 Хорош. Пока что не... Вроде не плюется. Пока не плюется, надо его расстреливать. Это иначе не успеем. Так, хорош, у нас с собой 105. Есть еще надежда на один... на один выстрел. Но это, ребят, хардкор. Я вам скажу, 95 всего лишь от паутины дамага. Это вообще люто просто. Это не что иное, как читерство. 90 патронов мне дали. Но мы с тобой не можем никуда пройти, потому что у нас с тобой нет ключа. А, вот, собственно, походу, может быть, и здесь он валяется-то. Ключ склада, прикинь. А мы с тобой зря только носились. Погнали. Но Евы как бы здесь не видно. Здесь и людей-то не видно, никого не видно. Так, как нам здесь пройти-то? Алло, подруга, ты чё в четырех стенах-то за застряла, зависла? Так, сохранение. Чему я удивляюсь? Просто напрасно везде здесь все пробегал. Мимо. Давай, мне 2 надо, потому что нам с тобой нельзя. Иначе мы с тобой сейчас просто сольемся здесь, как унитазники. И все. Да хорош, что уйди ты уже с конца до концов, крыса. Класс. Еще пендалем мне отвесили, короче, под зад. Они вдвоем меня одновременно ударили, читеры. Да отвали ты, надоело. Давай, мед 2. 133. Да достало, в конце-то концов. 4 хп мне оставила, собака ты. Крыса. Как он этот был? Я забыл, как он назывался. У черепашек и ниндзя. Вот в честь него, походу.
сделали этих крыс, потому что как крыса со спины просто бьет. Оно 100 с лишним хп дамажит. Да как это 3... на 3 удара только хватает вообще? Ё, по сути, тут 335 хп, если вот так вот с фула говорить. Фул продамаживает просто это, но это нереально. Они, видишь, как крысы в сговоре вообще играют. Как такую чушь можно вообще придумывать? Ну это бред полнейший. Да достало ты уже, отвали, собака. На тебе, пенделя. Класс. Просто круто. Ничего не скажешь. Вот ничего не скажешь. Просто класс. Я эту игру начинаю все больше не любить. Из-за вот такого вот шлака. Причем сложность не выберешь. Сложности здесь нет в игре. А они дамажат не знамо как. Даже не... начиналось все так хорошо. Все вроде как легко. А в итоге теперь мы с тобой видим результат. Что как бы, ну нельзя так делать. Хотя я их все равно добью. Я их добью. Еще разок давай восстановимся. Пока позволяют. Но надо бегать. Нельзя давать подходить близко. И нельзя вот, чтобы они со своими вот этими вот какими-то лучами вонючими меня продамаживали. Еще разок восстановимся, пока есть возможность на то. Паутина, наверное, по-моему, этот колеч второй раз не стреляет. Не выстрелит до того момента, пока... Не выстрелит второй раз паутиной до того момента, пока первая не исчезнет. Мы с тобой вот восстанавливаемся, у нас с тобой 200 с лишним хп, 254. Ну, хотя бы так. Так, давай еще раз восстанавливаемся. Потому что нам с тобой потом просто не дадут, они достанут. Вот что за говно, вот 80 хп снимать. На. А у меня 40 с лишним урона, а я не довожу ни хрена вообще. Ну бред же полнейший. На самом деле чушь полнейшая. Мне мой дамаг не дает, который я прокачивал оружие, столько тратил. А они спокойно вообще на ура просто играют. Читеры. Это ж читерство. На. Хорош. Последний остался. Так. Давай мы с вами мед-2 завязаем, восстановимся. Да бред, ну 93 хп снимать, ну вы чё... Чушь-то несёте? Видишь, причём ПЕ... Сейчас теперь ПЕ восстанавливается медленнее даже. На! Лобешник, выкуси. Ну-ка, сейчас мы и следующий прям залпом в себя. Если мне не давать ходить постоянно стрельбой, то вот так вот против одного, в принципе, на изи можно выступать. 60 патрон дали. Мне как-то не тепло, не холодно от этих патронов. У меня все аптечки закончились. Да, в больничке, конечно, было куда гораздо проще. Плюс 3 урона повысить только. А ну даже на мед-1 даже у нас патрон не осталось. Но у этих самых ПЕ энергии она не восстанавливается. Видишь, причем, что самое вот, ну, бредовое. Она не восстанавливается, то есть мы с тобой вне боя не можем даже восстановить эту ПЕ энергию. Это же полнейшая чушь. Это же полнейший бред. Вшивые кобылы. Понимаешь? Так нельзя делать. Мы с тобой на сотке хп, это считай, нам один, максимум два удара осталось. И все. Так, у нас с тобой дверь открыта. Спасибо. Хоть на этом. Ага, приятно познакомиться. Разумеется, нас тобой просто так никто не отпустит, и против нас выступают два паука. Теперь. Ага, мы к ним и подойти не можем. Ну-ка. Давай, в этого теперь. Вот в этого, хорош. Ну, подруга, ну ты в конце-то концов. Класс, просто класс. Наступили на какую-то сраную паутину, 95 сдамаживает. Что за чушь вообще? Мы с тобой даже шагнуть никуда не можем здесь, по сути.
93 урона. Просто с какой-то вонючей лапы. Хорош. Неужели? Так, нам с тобой надо... Мед-3 мы с тобой не заюзаем. Хотя бы мед-2 тогда завязаем давай. Что нам с тобой надо хоть как-то восстановиться. Нам надо поближе к нему подойти. Ну, так вот, ать, хорош. Пока он выстрелил, у нас с тобой есть возможность еще восстановление сделать. 190 хп. Ну-ка. Нате сейчас пендали отвесим. 27 дамага. Ага, хренушки тебе. Кусать он меня еще будет, конечно. Не тут-то было, обломайся. Читак. Давай. Плюйся. Сейчас мы его забубеним в лобешничек-то. Поближе как раз подошел, чтобы крит отхватить себе в лоб. Так, 60 патрон дали. Так, давай, тогда мы с тобой сейчас знаешь, что сделаем? С тобой восстанавливаем мед-2. В принципе, мы с тобой на фулах. Сохраняемся и идем дальше. Так, открываем дверь. Ага. Какой-то пар. Так, ну давай ящик. Баба, ящик открывай. А так +2. Это все? Ключ. Да. Далеко пойдешь. Так, у нас с тобой еще один ящик, защита +2. Защита +2, это как бы очевидно, что нас с тобой надо юзать под нашу бронь, потому что... Но теперь-то я уж могу с полной уверенностью сказать, хотя бы сейчас бы дали бы мне аптечку. Э-протектор, но у него по энергии намного меньше, мы его не будем вкачивать. Лучше СМ-протектор-то вкачать. Можно, в принципе, на еще перенять. Нам с тобою. Ты да я, как говорится, да мы с тобой. Так. Нам с тобой надо тогда усиление снаряжения сделать. Мы с тобой сделаем прокачку СМ-протектора. Заберем эффект вот этот вот от яда. Костюм уничтожим. Усиление снаряжения можем сделать тогда. Прокачку +1 только у нас с тобой получается... Я же правильно сделал-то, нет? Или что-то перепутал? Нет, все правильно сделал я. С тобой прокачку, если выбираем Э-протектора, то получается нет, СМ-протектора. Мы можем очки отобрать, но очки мы у него только +1 заберем, и он полностью уничтожится. Не имеет особого в этом смысла, если честно. Я уже вообще даже не понимаю, что в этой игре имеет смысл, а что не имеет смысла делать. Атака +2, +2, вот то, что мы с тобой можем сделать, это то, что мы можем вкачать. Это, в принципе, вкачать можем с тобой М16А1. Ну, сейчас на плюсе вообще будет целая куча дамага. Хотя уже даже не знаю, что здесь вкачивать, потому что, ну... Получается, чушь какая-то выходит. Больше мы с тобой все равно ничего ему не добавим. Ладно, пока что оставим. Не знаю, что еще можно ожидать от этой игры. Разработчики явно постарались на славу, чтобы... нервную систему людей просто... поломать. Спрыгиваем куда-то вниз. Ага, все понятно. Куда-то баба, короче, ползет. Где-то здесь, короче, какой-то пар. Да хорош ты на уши давить, алло. Своим паром ядовитым. Так, вроде приползали куда-то. Угу. Приятно познакомиться. О, здрасте. Ну да, судя по звуку... Ох ты, батюшки мои, рак! Из дота сбежал, походу. Ого, ни хрена себе у тебя глазки. Это прикол. Таких приколов я еще не видел, ребята. Такие глаза у него, короче, выезжают. Какой-то мультик там был тоже такой. Только он там, правда, в руках глаза держал. Какой-то краб. С какой-то дота сбежал. Какие-то мыльные пузыри запускают меня. Что за бред? Давай тогда... по лапам ему. А, по 7 дамага всего лишь наносит. Спасибо большое, разработчики. Я даже не знаю, как мне выразить любовь к вам. Какими словами. Насколько должны быть добрые слова, чтобы выразить свою любовь к
вам, насколько сильно я вас люблю за такие разработки. У нас особо вариантов-то немного. Либо ЕГ-550, либо 5 выстрелов на такое брать. По большому счету одинаково все. Особо разницы не имеет, даже какой автомат здесь брать. Какой-то сварочный аппарат. На тебя! Выкуси в рот тебе прям, братан. Краб. Мимо. Опа, мимо, прикинь как. Метри давай заюзаем. Восстановимся на фулах. Я не знаю, мы так долго сейчас будем здесь тарабанить. У нас вообще расстояние... Расстояние просто никакущее. А в упор к нему подходить... Это стрёмная затея. Давай тогда ЭГ возьмем. Можно было наше оружие обратно взять, но я не знаю уже здесь, ребятушки. Либо в морду ему простреливать, либо лапы по нему, по лапам пострелять. А, ну да, клешнями он в упор подходит, клешнями меня. Хочет сапать. 16 урона. Мимо. Давай, ракообразный. Чудище лесное. Какое-то болотное. Нет, это болотное, ребят, чудище. Бачки мои. Своими лазерами какими-то. Из Звездных войн. Прикинь, с глаз лазерами стрелять. Что это за чушь вообще? Походу, Круть. Ага, спасибо. Что, мне одно хп оставил? Серьезно? Да, разработчики. Это точно, как и в самом первой серии, я тогда сказал в начале, скверный софт. Это вот реально скверный софт. По-другому ты никак эту игру не назовешь. Именно скверный. Других определений для этой игры просто не придумать на самом-то деле. Это именно скверный софт, какими-то мыльными пузырями меня задоможит. Конечно же, у меня осталось 3 хп, спасибо. Такой бред, вот такая чушь просто. Где вот обитают эти разработчики, показали бы мне их лицо. Я бы... Даже смотреть бы на них на самом деле бы не стал, если честно так признаться. Потому что это просто бред. Это просто чушь полнейшая. Как можно сражаться с такими боссами, которые мыльными пузырями в тебя плюются? Это ж чухня полнейшая. Он сейчас убьет просто. Баба вздыхает и умирает. Все понятно, ничего нового. Короче, слушай тактику. Нужно ходить вдоль него. Вот здесь, прям, короче, рядом с ним надо держаться. И стрелять по его клешням. Вот так вот. То есть мы, короче, обходим вот так вот, чтобы он мыльными пузырями нас не задамажил. Потому что если у тебя нет аптечек, то я тебе просто гарантирую, что нервная система твоя накроется просто медным тазом на самом-то деле. Можно, в принципе, как сохранить по энергию, так можно попробовать сейчас ее заюзать, допустим, на удар паразитической энергии, допустим, да, и прямо ему в лапу выстрелить, задамажить прям. Баба, хорош, 95. Трасса Е-95, хорош. Баба закружила голову, короче. Мы с тобой его просто обходим вот так. Когда он лазерами вот этими бьет, ну, нужно отбегать. То есть мы так вот раз отбежали, подбежали обратно. И дамажим. Самое главное, когда вот он эти пузыри свои мыльные выпускает, держаться рядом с ним. Вот, сейчас мы, когда ему клешни отфигачим, без клешин он не сможет вообще нормально нас бить. Почему? Потому что он нас, ему нечем хватать просто нас будет лапой. То есть мы вот так вот вдоль него вот так вот ходим, он мыльные пузыри выпускает, мы его сразу бьем. Самое главное просто выработать тактику определенную, вот и все. Против всяких разных боссов, потому что здесь иначе, ну реально, можно, ребят, без нервной системы остаться, я вам гарантирую. Особенно вот когда вот так вот он продамаживает, все, мы с тобой, считаю, сейчас у нас с тобой есть возможность сделать некоторое восстановление ХП. Вот так вот мыльные пузыри он свои выпускает, мы ему по второй лапе стреляем, чтобы лапу ему сбить. Когда собьем лапу, останется только ему вратан его стрелять. Потому что можно будет не бояться, у нас клешнями не схватит. Когда он хватает клешнями, он, короче, в чем прикол? Он, когда хватает клешнями, он продамаживает, получается, нас практически под фул. То есть даже если у тебя 100 хп, он снимет 99, останет тебе единицу. Вот такого вот сделали странного какого-то краба, не знаю, рака или кто это, что у него глаза, он вылезают аж на лоб. Сейчас, пока нас с тобой не загасили, мы успеваем восстановить хп хотя бы немножко. Потому что, ребятушки, это какая-то жесть полнейшая происходит. Вот так вот мы с тобой вдоль него идем, подожди. Вот так вот. Пока он выпускает
мыльные пузыри, мы стреляем по нему. Вот так вот он пока обходит, 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 обходит. Опять мыльные пузыри выпускает свои, мы в него стреляем. И сейчас крешню ему собьем еще одну. Вот так вот, раз, хорош. Практически сбили. Я просто помню по дамагу, сколько мы с тобой его пробивали. Пока вот он сейчас будет лазером нас пытаться бить, нам нужно вот так вот аккуратненько восстановить КП. Лучше от лазера уклониться. Самый лучший вариант, самый оптимальный. Давай, баба, перезаряжай скорее. Оп, аккуратненько. Хорош. Это какая-то жесть просто. Разработчики явно постарались поиграть на нервах у людей, потому что последняя лапа что-то у него вообще еле-еле сшивается, но мы сейчас добьемся своего таки и сломали ему лапу. Все, теперь он лапами хвататься не может, а можно не бояться. В принципе, мы с тобой можем лишь лазеров. Восстанавливаемся, пока успеваем. Хорош. Все, теперь вдоль него ходим. Потому что он может свои пузыри мыльные выпустить, и все, и нас продамажит. Вот так вот. Но мы аккуратненько, хорош, отбегаем его. Наушнички, ребяточки, ставлю. На самом деле, конечно... На самом деле, разработчики реально постарались, чтобы поиграть на нервах у людей. Нам главное сейчас не слиться. Класс. Но у нас с тобой осталась, видимо, одна последняя, наверное, экстра, благодаря которой мы с тобой можем появиться заново. ПЕ лучше сейчас пока что копить, если есть возможность, немножко ее лучше подкопить. Ну, бред, ну, чушь же просто, ну, чухня полнейшая. Ребят, ну это, на самом деле, с такими биться просто жесть какая-то. Ну, короче, вот по такому давай принципу туда действовать. И продолжим, когда я его забубеню. Пока есть возможность, мы накопили по ей энергию. Смотри, мы с тобой восстановление делаем на третьем уровне. Восстановление третьего левела. Мы с тобой под максимум восстанавливаемся и от лазеров от него отбегаем аккуратно. И все, и бегаем вдоль него. То есть все, он теперь кроме пузырей ничего нам с тобой не сделает. Кроме пузырей и лазеров. Так вот, только их выпускает, мы с тобой сразу его бьем. Вот по такой вот тактике, ребята, надо двигаться. Но это тут реально хардкор, просто лютый. Просто лютый, вот честно. Ну, вот. Нервную систему может накрыть, поэтому... Будьте осторожны с такими противниками. Главное тактика, знание и все. Ничего сложного. Короче, я таки справился, ребятушки. Практически чуть ли не помер, но сумел. У нас с тобой 1600 хп, ну, ой, 1600 экспы нужно для следующего левела. Мы таки новый левел не взяли. 15102 очка у нас с тобой. Одну вещь взяли. АТ-4 какая-то, не знаю, что это такое. Короче, забрали у него гранатомет. Так что, ребята, как-то это все слишком люто и хардкорно. Но Ева что-то здесь нам с тобою не видать. Аккуратнее давай заберем. Ключ подобрали. Все, что ли? Серьезно? Класс. Погоди. А я что, не засейвился, что ли? 10 хп нам с тобой оставили. Но мы с тобой восстановились на 130. Пускай будет хотя бы так. Короче, ребятушки. Состояние сохранено. Я, наверное, тогда сейчас отключусь. Даже если я кого-то встречу по пути обратно, то, в принципе, уже не суть важно. Продолжим сами, когда уже свалим с этого склада. Нам с тобой нужно двигаться в Чайный Таун. Так что пока что, ребятушки, на этом все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Вам спасибо за внимание, но как-то очень странно, для чего нужен этот склад, когда он вообще, в принципе, фактически здесь, ну, ничего нету. Потому что Ева у нас с тобой не видать. Хотя, как сказали, что якобы Ева здесь. Но что придумали, то придумали разработчики. Какой-то горячий пар, походу. Так что как-то так, ребятушки. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро увидимся. Переключайтесь. Много всего крутого и менее интересного. Спасибо за внимание. Пока-пока. Не переключайтесь. Много всего крутого и менее интересного. С вами был ваш Юранка. Всем удачи.